Вы помните, что совсем скоро Новый год? Поэтому я решила разобраться, как и из чего делают елочные игрушки. Сегодня мы в гостях на настоящей фабрике елочных игрушек в городе Карачев. Оказалось, что бывают не только стеклянные шарики, но и шишки, матрешки, самовары, кукуруза и даже космонавты. Ну дела! Мастера на фабрике используют вот такие стеклянные трубки-заготовки. Их нагревают в пламени специальной горелки, а потом выдувают шарики. Это же почти как надувать мыльные пузыри! И у меня получилось! А настоящие мастера-волшебники могут сделать даже лебедя из стекла. Ого! Потом стеклянные шарики загружают в специальную камеру, где они под действием электрического тока покрываются тонким слоем алюминия и становятся серебристыми. Блестящие шарики потом красят и отдают художникам для росписи. Здесь все игрушки расписывают вручную, так что каждая из них особенная. Я тоже решил попробовать сделать свой фикси-шарик. О, ребята, оказалось, это очень сложно. Так с первого раза и не получается. Ох, и Симка будет надо мной смеяться. Зато настоящий художник может нарисовать даже мой портрет. Смотрите, как здорово получилось!